Или тогда же, в 2024 году, на лавочку сядете в летнем саду, или не в летнем саду, а в маленьком скверике, в Новой Зеландии или в Америке. Всюду, куда б ни заехали вы, всюду, везде одинаково. Жители Праги, Гаги, Парижа, Чикаго и Кракова на вас молчаливо укажут и тихо, почтительно скажут. Он был в Ленинграде во время осады. В то время, вы знаете, в годы блокады, и снимут пред вами